54 килограмма 200 грамм. Олег, тебе надо вместе встать? Прятался за весы. Да, берсис показывает. Так, это не... Ничего, дальше не так. Приглашается Тимур Валиев. А дай ему кроссовки, что я могу. Да ладно, блин. Он боится. Дай ему кроссовки. Может, так. Во. Давай, не бойся. Вообще оригинально. Во. Мужчина. Руку сверху положи. На плечо, да. Вот так. Все оригинально. Все с юмором. Вопросы. Такие фотки нужны? А? Да скинь. Парочку таких можно прикалывать. В
Следующая пара. Ибрагим Халилов против Марка Влигера. Приглашается Ибрагим Халилов. Ибрагим Халилов неторопливый, как и все тяжеловесы. Прогноз.
синоптики делают. Браво! Если кто-то хочет пообщаться с Брагином, он покажет. Без комментариев. Он пусть перчатки купит. Следующая пара бойцов. Мурат Абдуллаев, Виктор Халмин. Приглашается на взвешивание Мурат Абдуллаев. Просит вопросы нас задавать, да тут-то было. Мурат Абдуллаев. 76 килограммов, 400 грамм. Его соперник Виктор Халм еще в дороге, будет только вечером. Поэтому Мурадов доставил сбежище. Шикарно. Он прикольный чел. Реально угарный. Не согласен? Так, блин, он на жопу полный. Герой. Я что, боец? Выстрел. Повезло. Однозначно. Вот на классике. Просто не смущайте вопросы. Переживем. Не ответит. Оставите. Друзья.